Всем привет! Мы сегодня не можем без приключений, да? Мы приехали в Сор, потому что Миланка что сделала? Ударила палец. Ударила, короче, она свой палец на ноге. Просто на ровном месте об пол. Даже не порог, не в какое, просто. И, короче, мы... Значит, это было вчера. Она ударила... Получается, он просто болел, потом начал менять цвет, а сегодня он уже фиолетово-черный, и ноготь, и ходить не может. Завтра в школу, не знаю, что делать. Сейчас приехали в Сор показывать, что у нее с пальчиком, моя девочка. Еле хожу. Боже, с детьми ни минуты покоя. Ну что, все, мы уже освободились, сидим на остановке, ждем автобус ехать домой. Не снимала там ничего внутри, потому что все быстро и людей куча. Это же Сор. Сегодня воскресенье. Мы уже здесь были с Даником. Я уже даже видео по этому поводу снимала, как мы были. Все быстро. Нам очень повезло. Да? Мы в течение 30 минут освободились. Вообще не стояли в очереди. Приходишь, берешь талончик, а по талончику тебя вызывают регистрацию, там все данные записывают, ты говоришь, что. Потом тебя отправляют в комнатку рядом, тоже очереди нету, все очень быстро. А вот, и в этот раз ничего, даже не показывали. Мы сначала ножку, да? А ты сняла эту штучку? Наклеили? Нет. Покажи. Нам наклеили, клеят такую штучку в зависимости... Вот у нас было зеленое, я почитала... И там на дверях есть такая надпись по цвету, сколько надо ждать. Вот на зеленый у нас было 120 минут ждать. Ожидание. Красный, это там быстро. Даник, это если что-то срочное там наклеивают. Ну, в зависимости от степени тяжести, вот эту наклейку наклеивают. И нас тут же вызвали, сказали, идите, ожидайте. И тут же уже слышу Милана. Вот, посмотрели и сказали, пани посмотрела и сказала, что пощупала все, что тут-тут-фу, на самом кончике у нее, и как бы даже если перелом, то лечение будет одинаково, сказала, если бы весь палец повредила, чувствительность бы потеряла, то там бы лечение было другое, не знаю, там гипсик или что ей бы налаживали. А так как это кончик, она сказала, если хотите, то можем сделать рентген, говорит, но в любом случае лечение будет просто заматывать большой палец и второй между собой, чтобы они были рядом, и где-то 2 недели, сказали, будет заживать. Может, даже ноготь сойдет. Может и нет, а может и ноготь будет сходить. Ну и все, обувь носить удобную. Даже, скорее, если не будет болеть, то можно на бассейн ходить. На физкультуру, соответственно, нет. И все, и выписку написали там, сказала. Ну, она видит, что иностранка говорит. Я вам еще подробнее в выписке напишу, что делать там такое. Даник, что ты балуешься? Короче, будем лечить пальчик Миланин. И очень повезло, что мы не просидели полдня или там час-два, а нас прям сразу быстро вызвали. Чего это такое? Какая ты? Нет живого места даже. У нее постоянно, у нее все лето ноги в синяках. Что летом, что зимой. Я говорю, Милана, ну как и так? Руки. Ну вот, ноги у тебя постоянно в синяках. Она то это кольцо делает. Ну что, Гаримочка, покажи свою ранку подписчикам. Вот так вот сказали заматывать. Сюда ложить бинтик. И вот пластырем 2 пальца вместе, чтобы они не двигались. Да, я посмотрю. Мне не доверяет, не дают снимать. Давай, Милан, все равно надо душ принимать. Ну, пробуй. Бедняжка моя. Один. О, видишь, что даже не надо отматывать. Покажи мне свою ранку. О, видите, как сбила. Ногтик, может, даже и слезет. А может и нет. Ну, что?
Так и держится. Короче, она потрогала, сказала, что он нормально двигается. Если бы, говорит, вот до сюда было, то уже, конечно, там нужно было снимок обязательно и лечение, может, не знаю, гипс накладывают на пальцы. А так как только кончик, то вот просто держать две недели совместно с этим большим пальцем. Да. Что ты молчишь? Мне жаль саму себя. Жаль саму себя. Прыгать меньше надо. Самое обидное, что все время этот палец задеваем. И сейчас хотела сесть возле нее рядом, и поэтому пальцы. Он как нарочно. Вот как нарочно он сюда попадается, да? Ну, вот такое у нас видео, да, получилось? Рассказали, какие у нас приключения. Будем лечиться, все будет нормально. Это не критично абсолютно. Всем здоровья, всем благополучия. Не болейте, сейчас осень, сезон болезней, вирусов. Не забывайте начать давать детям витамин D. И всего хорошего. Всем пока-пока. Пока-пока. Пока.